Приветствую вас, и для того, чтобы разобраться с тем, почему у вас появилось такое вот желание ни с кем не встречаться, кроме парня и подруги, почему вы не хотите, например, никого видеть, кроме них. А для того, чтобы разобраться с этим, необходимо проанализировать ваш чувственный фон. Вот вы пишете: я живу с парнем в съемной квартире, временно не работаю. Скорее всего, вы зависите от своего мужчины и не работаете, то есть сами себя не обеспечиваете. Давайте подумаем. Раньше, пишите вы такой не были. Значит, в вашем ощущении себя что-то изменилось. Вы стали по-другому себя чувствовать, стали по-другому себя ощущать, возможно, по-другому себя стали воспринимать. На это есть объективные причины. Причины, связанные в первую очередь с тем, что вы делаете, с тем, как вы делаете, и так далее. Соответственно, я специально не буду вам говорить о том, что это может быть. Потому что не хотелось бы вас сбивать, не хотелось бы накручивать вас, не хотелось бы вам как-то вот еще что-то больше вносить смятение в ваше восприятие себя. Я рекомендую вам подумать, как изменился ваш чувственный фон. Еще раз. Это очень важно. Вот, понимаете, от этого зависит, от того, как изменился ваш фон, чувственный фон, зависит то, что вы будете делать дальше. Ну, я имею в виду в своей жизни. И для того, чтобы правильно твою жизнь обустраивать, вам нужно как раз таки правильно оценить те изменения, которые у вас произошли, понять их причину и, возможно, с этой причиной что-то сделать. Еще раз повторю, я не считаю, что можно вам говорить о том, что кроется за вашим страхом. Хочется, чтобы вы сами пришли к этому. Хочется, чтобы вы сами поняли, что изменилось, и решили для себя, желаете ли вы менять что-то из того, что изменилось, или нет. Желаете ли вы, чтобы все было как раньше? Желаете ли вы менять себя, свою жизнь, отношение к себе и к своей жизни, и так далее? Если да, вам необходимо больше прислушиваться к себе.
Заметьте, я не говорю о том, чтобы вы обязательно обращались к психологу. Нет. Я считаю, что вы можете сами, вот сами, анализируя свои ощущения, анализируя то, как вы себя воспринимаете, вы сами можете прийти к выводу относительно того, что изменилось и почему вы так сейчас себя ведете. Ну и вот если вы не сможете, если вы не сможете определить, что же все-таки с вами произошло, и почему-то не сможете сами сделать вывод, ну вот тогда, тогда да, тогда вам имеет смысл обратиться к психологу, потому что дальше, боюсь, будет вам только хуже. Ну и, наверное, я поддержу коллегу, который сказал о том, что вам нужны цели, вам нужны жизненные ориентиры. Он прав здесь. Это действительно так. Жизненные ориентиры вам нужны. Потому что пока непонятно, собственно, ради чего вы живете, к чему стремитесь, чего хотите, что для вас важно, ценно, что вам самой нужно для себя. Не как паре, а для себя. Вот на эти вопросы вам нужно бы ответить. Тогда, уверен, ситуация начнет меняться. Но не забывайте о том, что поведение ваше, оно уже обладает определенными элементами привычки. И как и любая привычка, она вам что-то дает. То есть вам уже удобно, вам выгодно быть в таком положении. Да, поменять вы его хотите, потому что вы помните, что когда-то вы были другой. Но если вам будет удобно в этом положении, если вы не будете ничего менять, то мотивации и стимулов для изменения ситуации, изменения вашего положения будет все меньше. А зачем, если вас все устраивает? Итак, вот, в принципе, то, что можно вам сказать. И напоследок мне бы хотелось пожелать вам, именно пожелать, того, чтобы вы лучше понимали, кем вы хотите себя видеть. Какой вы видите себя? Какой вы хотите быть? Какая вы для себя идеальная? Какие у вас интересы? Какие у вас склонности? Какие у вас желания? Чего вы хотите? Прислушайтесь к себе. Прислушайтесь к себе и начните делать то, что вам хочется. Если есть препятствия на пути доверия себе, их можно разобрать. Эти препятствия – суть сомнения. Сомнения в себе. Сомнения в себе – суть неуверенность, а неуверенность берет начало из неправильной оценки своих положительных и отрицательных сторон, а также из неверного к ним отношения. Я имею в виду отношение к отрицательным сторонам. Все это можно исправить, было бы ваше желание, и тогда, я думаю, ваша жизнь наладится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!